Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Открывай Шымкент». Құрметті көрермендер, бүгін біз Шымкент қаласында танымал фильмдер мен кітаптар желісінде ашылған кәсіпкерлік нысандармен танысатын боламыз. Да, сегодня мы вам расскажем о видах бизнеса, которые были открыты по мотивам мировых бестселлеров. Да, құрметті көрермендер, сіздермен бірге «Открывай Шымкент» бағдарламасы. Ендеше біз бастаймыз. Шымкент в теме. Сегодня мы решили побывать на необычных объектах. И если один рассчитан на самых маленьких поклонников всего сказочного, второй – на более взрослого зрителя. Мы с вами пришли в кафе, которое называется «Алиса в стране чудес». Сюда в основном приходят с маленькими детьми, чтобы показать сказочную атмосферу, уют, тепло, которое царит в этом кафе. Я бұл жерге кіргеннен бастап, бірден бір құдды бір ертегілер әлеміне түскендей боласың. В этом году исполняется 155 лет с того момента, когда Алиса отправилась в свое чудесное путешествие. Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла до сих пор захватывает не только читателей любого возраста, но и ученых-неврологов, которые на ее страницах находят важные данные об особенностях работы нашего мозга. Сам Льюис Кэрролл удивительно скромно рассказывал о своем шедевре. Героиня находится час под землей, встречает разных птиц и животных, которые умеют разговаривать. И это не феи, все это сон, но я не открываю правду до конца рассказа, говорил он. Я что, все еще сплю? Кто же это так полоснул? Банду баранды... Брандашмык? Так... Дай поближе взглянуть. Что ты хочешь? Рану нужно обеззаразить методами чеширской медицины, иначе инфекция и гнойный абсцесс. Найдите ей бравный день. Ваша карета, миледи. Шляпа? А что же? Нынче все ездят по железной дороге, но шляпные перевозки куда надежней и приятней. Алиса түсетін ғажайыптар елі пішінді оңай өзгертетін кейіпкерлерге тола. Мысалы, Чешир мысығы. Алисаның шытырман оқиғалары кез келген адамға өз қиялын жүзеге асыруға көмектесетін ерекше кездесулерге тола. Бұл кафеге келушілер де осылай жасай алады. Тек оның ішкі көрінісіне көз жүгіртіңіз. Алиса ғажайыптар елінде кафесі басқа кафенің орнына пайда болды. Бұрынғысы да ертегіден кем емес еді. Кстати, раньше это кафе было в стиле Гарри Поттера. Фильма Гарри Поттера. Я была безумной фанаткой этого фильма. У меня даже были игры на компьютере, я постоянно играла во все части Гарри Поттера, и там вот эти вот заклинания, там, Гриффиндор, ты там превратишься, да, в какую-нибудь мышь там или змею, да. Но вот эта вот часть мне очень сильно напоминает библиотеку Гарри Поттера. Вот, ужас, как у тебя ощущения? Я Диана Дурсайтазин, Гарри Поттер фильм «Нинди Курьем», и у тебя казахта фильм «Дердым Бре». Ал бұл жерде шынымен ертегі әлеміне өткендей боласың, керемет әсер қалдырады. Бұл жерге жалпы жанұяңызбен, балашағыңызбен келіп отыруға болады. Ингур! Ты тут что? Что у вас там происходит? Ничего. Видимо, очередное заклинание где-то сбойнуло. В результате кафе «Гарри Поттер» передислоцировалось в другое место. А здесь разместилась Алиса. И получилось, как в сказке. Чудесно! Это в этой пустыне наши предки построили огромный механизм. Он накапливает энергон, уничтожая солнце. Уничтожает солнце? В смысле, взрывает? Да. Вначале было 7 праймов наших первых вожаков. И они отправились в космос искать солнце для получения энергии. Праймы установили одно правило – не уничтожать планеты, на которых есть жизнь. Но один из них нарушил это правило.
Он пал в глазах собратьев и был наречен Форлен. Бұл үзінді біздің бағдарламада кездей соқ пайда болған жоқ. Шымкенттің де өз трансформерлері бар. Ну а мы с вами приехали в место, где разбирают машины и собирают из них вот таких вот трансформеров. Ну а я, конечно, как девушка немножечко слаба в этом вопросе, поэтому слово передаю Олжасу. Я бұл жерде трансформер фильмдегі кейіпкерлерді ескі көліктердің бөлшектерінен жасайды. Сонымен қатар көліктердің бөлшектерінен басқа да қызықты дүниелерді жазып шығарған. Біз қазір сіздерді солармен таныстыратын боламыз. Пойдемте посмотрим. Кейбіреулер трансформерлер фильмінің сюжетін қарапайым деп санайды. Қаламнан тыс екі өркенет, автоботтар мен десептикондар, қаламдағы гегемония үшін ғасырлық соғыс жүргізуде. Жер кенеттен ұрыс алаңына айналады, ал біздің өркенеттің болашағы күмән тудырады. Өйткені адамдар құдіретті инопланетяндықтарға құмырсқа тәрізді. Бірақ егер бұл кенеттен шынымен орын алса, олар ол ерекше кеңсені көріп таң қалады. Здесь у нас представлена такая вот небольшая зона, да, для развлечений. Олжас, пойдем, я покажу тебе дорогу в рай. Где такие вот открываются? В общем, наверху у нас представлена крыша из дверей автомашины, а вот это вот что, Олжас? Это кардан и это амортизаторы. Вот, в общем, очень полезная передача. После этого пойду разбирать свою машину. А вот здесь вот, короче, можно, знаете, я не знаю, мне кажется, он завершен. Вот такая не было. Давай. По-братски. Мин ойымша, бұл Lexus көлік, Lexus ES көлігінің артқы бөлігі. Неважно, от какой машины, но здесь очень классно, и даже можно вот так вот... Это вообще сейчас мне мстит за что-то. Я тебя не обижала, я сейчас вылечу отсюда вместе с карданами и амортизаторами. Настоящие шедевры из деталей и корпусов машин создают шенгенские автомеханики, работающие на одном из авторазборов города. Территорию предприятия украшает 5-метровый автобот-трансформер из одноименного фантастического боевика, а клиентов зазывает хищник с гранатометом и в кроссовках. Самоделки настолько великолепно выполнены, что кажется, что сейчас начнут двигаться и воевать с иноземными цивилизациями. Вот такую вот огромную стену сделали из классной, кстати, резины, из новой резины, как сказал Олжас, да? Можно забрать штук 8, наверное, на две машины. Шынмен де өте әдем дүние, осы жердің бір өзінің көркін кіргізіп тұрған секілді. А, это смотрите, они сделали из этого. Телевизор, когда отключается. Вот эта вот штука, я помню, у меня из детства. Сейчас, к счастью, да, таких проблем мы не испытываем. И вот посмотрите. Вот такой вот столик, да, такой набор. Здравствуйте. Вы пришли в магазин. У нас здесь представлен вот такой вот стол из резины. Резина у нас 17 размер. Вот толщина зимняя, хорошая. Вот такие вот стулья, набор из 4 стульчиков и стола. Стоимость его обговорим, договоримся. Такие стулья для гостей. Если хотите, можете приобрести. Пойдемте, пройдем с нами. Ал бұл жерде көліктің жүк салғыш бөлігінен мынандай баспалдақ жасап шығарған, өздеріңіз көріп тұрғандай, тек BMW маркалы автокөліктің бөлшегінен ғана жасаған. Бұл да бір әдемі жасалған дүние. Осы арқылы екінші қабатқан көтерілуге болады. Для тех, кто ничего не понимает в машинах и запчастях, вот велосипед детский. На нем можно уехать. Мне сейчас кажется, на нем уеду.
Ты чувствуешь себя как слабым звеном. Тіпті шеберлер өз офисін Шымкент бойынша жүріп келе жатқан жол талғамайтын көліктің салонын айналдырып автомобиль бөлшектерінен толығымен жасап шығарған. Оның терезелерінен сіз әр қала тұрғынына таныс аймақты көре аласыз, тіпті адамдарды да біле аласыз. Панорамалық көрініс үшін 300-ге жуық фотосурет түсірілген. Бұл жер ағамыздың идеясы, ағамыздан туылған идея запчасть. Япониядан запчасть әкеп сұрамын. Бұндай білмеймін, интернетте бар ма, жоқ па, бірақ өзінің идеясымен барлық нәрсені. Номер BMW мысалы. M5-тің мордасы. BMW E39 M5. Именно бес көптің цветі де, бамперлері де барлық M5. Мына жаққа келетін болсақ, мынау пеш Mercedes 210-й. Мен универсалдың артынан істеген, бұл жалпы камей пеш. Ал жалпы тағы да келетін болсақ, басқа мені люстра пятикубовый Мерседестің жаңағы несі. Пятикубовый Мерседестен істелген. Сол да сол 4x4 BMW-дан істелген. Ал жалпы негізі бұл жарамды бөлшектер ме әлде қалай? Негізі жарамды бөлшектер. Бірақ сіздер? Сіз енді осындай неге жараттықты. А жалпы қанша жыл болды айналысып жатқанымызға? Айналысып жатқанымызға жалпы ол жердің ашылғанына 7 жыл болды. 6 жылдай болды айналысып жатқанымызға. Ал мына сырттағы жаңағы көліктерден құрылған роботтар, жаңағы дөңгелектен жасалған жаңағы қаптап тұрсаңыздар ғой, қабырғаларда. Сол дүниелер. Ол дүниелер жаңағыдай көргеніміздей бер жақтағы военный автомобиль тұр ғой. Ол Нива еді. Нива еді. Ниваның моторы кеткеннен кейін осы жерге қойып барлығын жаңағы автомобильдің бөлшектерінен құрастырып сондай бір идея шығартты. Соны жинадық. Трансформер ол өзіміздің таза бір Мерседес. Мотор, коробкасы барлығы бүйтіп жақындап қарайтын болсаңыздар, барлық бір машинаның барлық заты кетті. Ол да жарамды көлік. Ол да жарамды көлік еді. Запчасьқа келген жарамды көлік еді. Барлығы жарамды нәрселер. Жалпы келіп жатқан сатып алушылар қызығып қарайды ма? Иә, в основном күнге келеді, семейныйлар келеді, балдарымен келеді, кеп качеляға келіп суретке түсті, сол жақта жүреді әйтеуір. Качеляға келіп кассинет күнге келеді ондай. А одан бөлек картинг? Картинг алла бұйыртса осы келесі жылға деп дайындап жатыр. Ашылмаған әлі? Әлі ашылмады, енді ашамыз. Выйти, бросить деньги, выстрелить в землю, вернуться. Я слышала это уже 30 раз. Но, профессор... Прежде всего... Доброе утро. Либо стреляешь ты, либо всего два года назад вышел первый сезон испанского сериала «Бумажный дом», завоевавшего сердца зрителей по всему миру. Сегодня уже сложно найти страну, в которой бы не было сувенирного магазина с футболками и постерами с портретами главных героев. Если вы такой же поклонник шоу, как и мы, вам наверняка будет интересно узнать, что в нашем городе тоже есть объекты, которые открыты по мотивам этого сериала. Una mattina mi sono alzato e bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, argarai ben mi mengoi. И на этой прекрасной ноте мы хотим вам показать кафе, которое также было сделано по мотивам мирового бестселлера, сериала «Бумажный дом». Сейчас мы вам покажем и расскажем. Ну, вы поняли по масочкам, что мы сегодня в роли актеров-артистов из... В общем, пойдемте, и вы посмотрите все сами своими глазами. Поехали!
Сериалдың әсерлі сәттерінің бірі кейіпкерлер операцияны сәтті аяқтауға деген үміт пайда болғанда, олар итальяндық «Белла Чао» әнін айта бастайды. Дәлірек айтқанда «Профессор» мен «Берлин» атты кейіпкерлер. Нақтырақ айтсақ, әнді қарақшылар банктың қоймасында айтады. Сериалдағы ән женістің символы, Еуропа мен Ақштағы шоудың жас көрімендері, оны қарақшылар орындағанға дейін бұл ән нағыз наразылық білдірушілерді шабыттандырғанын білмейді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол Италияда антифашистік қарсылықтың әнұраны болды. Белланы аға буын өкілдері жақсы біледі. Оны пионерлер қатарында жорықтар мен пионер лагерлерінде шырқайтын. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. В этом кафе поклонники сериала, конечно, не полакомятся блюдами, которые любили герои сериала, но владельцы утверждают, полное погружение в атмосферу сериала вам обеспечено. Осы «Бумажный дом» сериалы көпшіліктің көзайымына айналған сериал деп ойлаймын өзім. Сол осы сериал көрерменді жинау үшін осы идея туды бізге. «Бумажный дом» сериалдың өзіміз тұрақты көрерменіміз. Осы жерді ашуға сол себепкер болды, өзімізге ұнады ол сериал. Өзіміз осы жерді көрермендер жинау үшін осы «Бумажный дом» деп кафенке аштық. Ашылғанымызда небәрі 2 ай болды. Соның өзінде осы жерге көстер жинап, тұрақты көстер жинап жатырмыз. Қонақтарға ұнап жатыр. Осы жерде официанттар да «Бумажный дом» формасын киіп, қызмет көрсетіп жатыр. Бәріне ұнап жатыр деп ойлаймын. Пройти мимо этого мы просто не могли. Автомойка по мотивам сериала. В креативе автором идеи не откажешь. С нами рядом сейчас находится Белем. Он является владельцем мойки «Бумажного дома». Расскажите, пожалуйста, Белем, как давно открылась ваша мойка? Мы открылись 1 октября этого года. Mm-hmm. Так как мы являемся фанатами данного сериала «Бумажный дом», mm-hmm. Также мы решили надеть костюмы вот маской, вот этого Сальвадора Дали. Mm-hmm. Да, мы являемся в таком фанатами. Формате. В таком mm-hmm. формате. И мы решили порадовать наш народ. Также мы приглашаем всех фанатов данного сериала к нам. Также сделаем, думаю, скидку для них. Именно, то есть, если ты именно фанат, ты можешь прийти и сказать, я люблю «Бумажный дом», да. Я знаю там Токио и так далее, да, и вы сделаете скидочку, да? Да, скидочку сделаю. И также «Сухой туман» в подарок, я думаю, мы сделаем, посмотрим, как вариант. К слову, «Мойка», как оказалось, не единственный проект. Уже в следующем году эта команда планирует открыть еще один бизнес по мотивам сериала. Идея у нас есть. Мы также планируем в этом году и в следующем году открыть строительный магазин в таком же формате. То есть в формате «Бумажного дома». Да, так точно. Ага, там тоже будут там продавцы в таком стиле, да, ходить? Да, также будут продавцы, и также будет немножко креатив тоже подключим на строительный магазин. Ага. А почему вы сейчас не в форме? Вы вообще форму одеваете? Да, да, так как меня зовут Белем, ага. Я тоже являюсь персонажем профессор в данном сериале. Профессор там уже не надевает. Все понятно. Сегодня же начну смотреть этот фильм. Рекомендую вам всем смотреть данный фильм. Ага, спасибо. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Сегодня мы с вами окунулись в мир кинематографа, побывали в удивительно сказочных местах. Я Диана, расында да керемет шығарымның бірі болды. Құрметті көрермендер, сіздерге де ұнады деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сізбен бірге
«Открывай Шымкент» бағдарламасы. С вами была программа «Открывай Шымкент». Оставайтесь с нами.